Это история обычного маленького мальчика по имени Чарли Бакет. Он не был быстрым, не сильным, не умным, чем другие дети, и хотя его семья была бедная, бедный Чарли был самым удачливым мальчиком в мире. Просто еще не знал об этом. В шоколадной фабрике Вилли Вонки никто не был. В течение многих лет с тех пор, как он закрыл ее и отправил нас всех домой. Дедушка Джо хотел бы, чтобы мы могли заглянуть внутрь, и хотел вместе со мной, но однажды пришло неожиданное объявление. Дорогие люди мира, я Вилли Вонка решил позволить 5 детям посетить мою фабрику. 5 золотых билетов были спрятаны под обертками 5 обычных батончиков Вонки, каждого из нашедших я проведу по фабрике лично. Кроме того, один из этих детей получит специальную цену, за пределами всего, что вы могли себе представить. Но у меня нет денег на шоколад, нет ничего невозможного, Чарли. Ничего, 1 золотой билет нашел прожорливый мальчик по имени Август. Глуп, я ем батончик Вонка, но он на вкус невкусный, что это же билет. 2 билет нашла девушка по имени Верукас, когда увидела папу, сразу казалось, что хочет золотой билет. 3 билет нашел Уайлд Берген, американец пришел к чемпиону победителям этого специального приза. А 4 золотой билет нашел невоспитанный гений по имени Майк Тиви. Я прикинул, где искать билет. Мечта Чарли исследовать фабрику Вонка быстро ускользала. На улице я нашел $10, вспомнил слова дедушки, что нет ничего невозможного, Чарли. Почти. В тот момент Чарли почувствовал себя богатым больше, чем то, что он чувствовал себя ужасно голодным. $10 было достаточно, чтобы накормить себя и всю семью в течение недели. Поэтому после тщательного размышления Чарли решил потратить всего $1 на себя. Одну шоколадку, пожалуйста, Чарли отодвинул обертку и откусил свой первый кусочек, затем, оттянув его, еще один укус был еще одним углом. И люди увидели, что что-то заблестело, это же золотой билет, самый последний во всем мире. «Продай его мне», — сказал один человек, и Чарли считал его сумасшедшим. «Вы, счастливчик, нашедший этот золотой билет попадет на фабрику Вилли Вонка». Чарли принес билет домой, чтобы показать своей семье так быстро, как маленькие ноги могли нести его, и уже на следующий день дедушка Чарли Джо и другие владельцы билетов собираются возле ворот шоколадной фабрики. Каждый получил инструкции, и у всех большие планы на то, когда они проникнут внутрь. Я хочу выиграть и получить шоколадную фабрику. Я собираюсь сделать все, чтобы моя семья стала богатой и счастливой. Я думаю, мистер Вонка узнал тебя, дедушка. Трудно сказать, прошли годы с тех пор, как я работал, и точно в назначенное время ворота открываются. И нас встречает сам Вилли Вонка. Дорогие посетители, я очень рад приветствовать вас на моем скромном заводе. Теперь не нужно мешкать, слишком много всего можно увидеть за небольшое время. Тур начался, и мы попадем к самому сердцу фабрики Вонка. Какая красивая шоколадная комната, более того, все это съедобно. И это было для каждого, все вокруг было сделано из конфет. Вплоть до зеленой травы на берегу его шоколадной реки. Я в раю, держу пари, я хочу шоколадное кольцо. Я хочу, чтобы Тим был последним на берегу реки. Каждая капля этой реки — горячий расплавленный шоколад высочайшего качества, водопад. Важнее всего, ни одна другая фабрика в мире не смешивает свой шоколад водопадом. Хорошо, Август Глуп был полон решимости выпить свое молоко всего за один глоток. Но даже этого оказалось слишком мало для Августуса. Пожалуйста, мальчик, пожалуйста. Мой шоколад должен быть не тронут человеческими руками. Иди сейчас, чтобы собрать шоколад. Прожорливый мальчик потерял равновесие и упал в воду, и через несколько мгновений он был втянут в огромную шоколадную воронку. Он застрял, он не настолько большой, я бы сказал. Он не очень хороший пловец. Мы должны продолжать, так много всего нужно увидеть за слишком короткое время, чтобы его обманули. Даже если в конце концов он выйдет, давление попадет на него, вы знаете. И все же, если Август Уилфрид, река могла бы очиститься быстрее, чем он вылезет. Другие дети не проявили интереса помочь Августу. Один собирает задание, Чарли, тогда занимайся своей работой. И присоединяйся к туру, когда сможешь. Я смогу связаться с тобой в любой момент. Хотя, так что не удивлюсь, увидев, что Чарли согласился. Но что касается того, как помочь Августу, и то, что Чарли собирался найти, у него будет больше помощи, чем ожидалось. Я думаю, лумпы помогут вам удалить этого жадного мальчика из моего шоколада. Быстро теперь. Как может один большой ребенок создать столько проблем? Я никогда не доставлял проблем. Когда я был ребенком, я ждал, пока я не стал взрослым. Посмотри, что он делает с моими мармеладками, его увядающим бриллиантом и моими мармеладками. Шоколад возвращается к жизни, но к настоящему времени еще не исчезла закупорка. Вероятно, достигла комнаты Регглсвитс. Больно, не знаю, какой ущерб мог быть, поскольку Чарли работал в этой группе, чтобы помогать другим. Моя команда давала мистеру Вонка полное преимущество автоматизации. Это была моя фабрика, я бы зажег маленькие трубы и модернизировал бы этих хромых роботов, а мистер Вонка, со своей стороны, не собирался менять вещи, которая всегда бормотала с бормотанием, но все элементы его фабрики работали вместе в гармонии. Именно так, как он имел в виду, Эндрю. Пока Майк не взял дело в свои руки, поэтому уверенный в своем превосходном интеллекте, Майк решил обновить сам Вонка Ботс, но это были обычные часы, которые они захотят, о проверенных, как будто что-то вроде крошки когда-либо вмешивалось. И почему за пределами даже его значительного интеллекта. Поэтому, когда Пэмприн вернулся, Мэй не сказал ни ничего. Вместо этого вы притворились, что ничего не произошло, Все продолжайте двигаться, пожалуйста, не мешкайте. Но что-то случилось, и для Чарли и Умпа-Лумпов ситуация должна была стать намного хуже. Только не теперь, когда этот баварский хулиган поддерживает весь конфетный поток. Полный ребенок, я не могу допустить, чтобы он все испортил. Посмотрите, можете ли вы с дядей что-нибудь с этим сделать? Теперь все работает намного лучше, за исключением тех горшков в немного раздраженном. Не смотрите сюда, корни вашего труда извиваются, конфеты довольно вкусные и больше шумят. Моя шоколадная река, она полностью высохла, что пухлый мальчик сделал. Он прошел полный круг, и теперь он заткнул шоколадный водопад. Это неприемлемо. Да он торчит из труб, нет, он снова в реке. Это кладовая 59, где я храню некоторые из моих изобретений. Из комнаты изобретательства, где у меня нет места, чтобы не стесняться попробовать свои силы в работе с некоторыми машинами самостоятельно. Вы. Спасли группу Августа из шоколадной реки, которая, наконец, догнала мистера Вонка и остальные дети, которых Чарли застал перед странной дилеммой. Я бы предпочел, чтобы вы этого не делали. Вайолет попробовала одно из его новых изобретений. Жвачку, там был целый ужин из 3 блюд. Сам по себе это восхитительный томатный суп, я чувствую, как он течет по моему горлу, это меняющийся ростбиф, запеченный картофель с хрустящей кожурой масло. Я попробовал это на Хупа-Лумпас, и это не очень. Когда вы подходите к десертному черничному пирогу, она попробовала пирог, и раздулась. Ах, посмотрите на нее, я не хочу кусок этой конфеты, больше не хочу. И поэтому никаких признаков остановки, я не чувствую себя так хорошо, видя, что Чарли вернулся после спасения Августа Глупа. Вонка ничего не подумал о том, чтобы попросить его об очередной услуге, мы должны немедленно выжать из нее сок. Ее в соковыжималку, не волнуйтесь, у нас было много практики с этим. Где она могла бы быть, Вайолет всегда будет черничная. Может быть, я не знаю, но это то, что вы получаете от жевания жвачки в течение всего дня. Это просто отвратительно, что девушку нужно отвезти в соковыжималку. Прежде чем она сможет нанести еще какой-либо ущерб моей Оклахоме, и должна быть в состоянии воссоединиться с группой в кратчайшие сроки. Комната для соковыжималки, которую в последнее время много использовали, внизу есть соковыжималка повышенной прочности, для работы которой требуются загрязняющие вещества, и маленькие соковыжималки здесь, для несчастных, кто пробовал шоколад и жвачки, но тестеры удивительны. Девушка может держать так много сока, она все еще будет синей, я буду больше выжимать, чем депрессией, но это наименьшая из ее проблем. Спешите. Все ждут в ореховой комнате, когда выжали из Вайолет весь сок. Чарли присоединился к остальным как раз вовремя к Томасу к фантастической команде орехов Вонки. Загрязнители не могут достать грецкие орехи из скорлупы целым куском. Лихорадочно работая среди труп и побегов, питаемых гравитацией, ни Умпа-Лумпы не знают жуков Ванды. Никто не может каждый раз доставать целые грецкие орехи, кроме белок, которых мы лучше отличим хорошие орехи от плохих. Сейчас верука продается на многих грядках. Но у тебя не было его, девочки, а боже, дома есть 2 собаки, 4 кошки, 6 кроликов. И 3 канарейки, зеленый попугай и черепаха, и аквариум с золотыми рыбками. И глупый старый хомяк: «Дайте мне белку, я хочу белку, они не продаются». Когда она решила взять одну и забрать домой, маленькая девочка, я бы не пропустил, экипажи были не в восторге, на самом деле они казались больше всего расстроенными. Когда окунались в нее сверху, тыкать не будут. Он в земле яростно стучит по ней крошечной костяшкой. Что они делают? Они проверяют, чтобы увидеть, плохая ли она. Интересно убедиться, что ты точно не хороший, не обескураживать этого. Куда они везут меня, куда все остальные плохие орехи отправляются? В мусоропровод. На этот раз Чарли знал, что мистер Вонка был хорош, что спросил его еще до того, как он это сказал, поэтому он сразу же отправился за жадной девушкой. Что от этого осталось, продолжил без него. Ах, мои белки, что они должны думать об этой избалованной девушке? Повезло ей, они пользуются мусоросжигателем только по вторникам. Подожди, что сегодня блестящие рабочие белки сортируют орехи? Как будто ничего и не было. Дела в мусоропроводе и в той своенравной девчонке, которая упала в него мусоросжигатель. Не дай ей уйти, Чарли, тебе придется уйти быстрее, чтобы пройти через эти двери и избежать любого дурно пахнущего мусора. Вы встретите гнилую капусту, подгоревшие тосты, и это правильно. Какие белки, некоторые из них, должно быть, убежали во всей этой суматохе. Посмотрите, что они сделали с моей шипучей подъемной машиной. Это все неправильно, вы должны помочь исправить это без шипения, это не будет большим подъемом. Отнесите этот ящик, полный белок, к отправке и получению и вернитесь. Это не дети, это белки, если это не белки. Это коробка Вонки, посмотрите, что вы можете делать, чтобы починить вещи здесь, но осторожно. Это взрывающаяся кондитерская. Когда Чарли догнал мистера Вонка снова в туре. Теперь остался только один обладатель золотых билетов, которого я остановил в испытательной комнате для его последнего и величайшего изобретения — телевизионного шоколада. Быстро наденьте их и не снимайте. Этот свет может вас ослепить. Мистер Вонка изобрел способ продажи настоящего шоколада религиозному богу за крыльями холма, позволяя всем телезрителям брать его и есть прямо с экрана. Что это невозможно, и мощность, которая вам понадобится, будет подобна атомным машинам человека. Но даже когда изобретение Вонки доказало, что невозможное на самом деле возможно, и оно работает точно так же практически со всеми видами шоколада, которых мне не хватило на зубы, разве вы не понимаете, что то, что вы изобрели, является самым важным изобретением в истории человечества мира? Это телепорт. Не спеши, я просто надеюсь, что ни одна часть его не останется позади. Иногда только половина маленьких кусочков находит свой путь через Аласа. Смотри, экран Чарли, закрадывается подозрение, что его услуги потребуются, когда... Это может плохо, не работай на полную мощность, он знает, где может появиться этот ужасный мальчишка. Ситком, 6-часовые новости, даже реклама кошачьего корма. Посмотри, что ты сможешь сделать, не так ли, мальчик? Усилия Чарли оказались успешными, и все с облегчением увидеть, как Майк Тиви появляется целым и невредимым. Он совершенно невредим, хотя и намного меньше, чем был раньше. А да, верно, и просто вернул меня в другую сторону, но другого пути нет. Это телевидение, а не телефон. Меню моего телевизора было так называется к задаче. Полный хостов, вызывающих рвоту. Между тем мистер Вонка был нужен для его тура по фабрике. Теперь еще многое предстоит увидеть. Сколько детей осталось? Только я, мистер Вонка. Отлично. Во-первых, давайте сначала проверим других наших гостей. Отчет. Чарли мог говорить, его увезли ко входу на фабрику, и вы надеетесь, что они что-то узнали сегодня? Пригласили 5 детей на эту фабрику. Но я догадывался, что это ты, Чарли, верно, с самого начала. Быстро. Теперь есть чем заняться, все это знал. Чарли снова очутился в лифте Большой Ос, где он заметил табличку в стекле, которую ты раньше не видел, вверх и вниз. Что это за комната? Что ты можешь? Вы можете посмотреть сами, но есть еще некоторые ингредиенты, которые мне нужны. Что может означать только то, что приключения ребенка еще не закончились, но продолжайте освежать. Эй, видите, я внезапно понял, что это не может продолжаться вечно. Кто продолжит дело моей жизни? Теперь фабрика твоя, Чарли. Но я сказал тебе сверх того, что ты когда-либо мог себе представить. На самом деле ничего не было невозможно, как сказал дедушка Джек. И, как сказал Чарли, единственное волнение того дня было одно, в чем он был абсолютно уверен: жизнь никогда не была слаще, чем сейчас. Ты, только ты. ты лучше. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Кладовая 59, где я храню некоторые из моих изобретений. Из комнаты изобретательства, где у меня нет места, чтобы не стесняться попробовать свои силы в работе с некоторыми машинами самостоятельно. Вы. Спасли группу Августа из шоколадной реки, которая, наконец, догнала мистера Вонка и остальные дети, которых Чарли застал перед странной дилеммой. Я бы предпочел, чтобы вы этого не делали. Вайолет попробовала одно из его новых изобретений. Жвачку. Там был целый ужин из 3 блюд. Сам по себе это восхитительный томатный суп. Я чувствую, как он течет по моему горлу. Это меняющийся ростбиф, запеченный картофель с хрустящей кожурой масло. Я попробовал это на Хупа-Лумпас, и это не очень. Когда вы подходите к десертному черничному пирогу, она попробовала пирог и раздулась. Ах, посмотрите на нее. Я не хочу кусок этой конфеты, больше не хочу. И поэтому никаких признаков остановки. Я не чувствую себя так хорошо, видя, что Чарли вернулся после спасения Августа Глупа. Вонка ничего не подумал о том, чтобы попросить его об очередной услуге. Мы должны немедленно выжать из нее сок. Ее в соковыжималку. Не волнуйтесь, у нас было много практики с этим. Где она могла бы быть? Вайлет всегда будет черничная. Может быть, я не знаю, но это то, что вы получаете от жевания жвачки в течение всего дня. Это просто отвратительно, что девушку нужно отвезти в соковыжималку. Прежде чем она сможет нанести еще какой-либо ущерб моей Оклахоме, и должна быть в состоянии воссоединиться с группой в кратчайшие сроки. Комната для соковыжималки, которую в последнее время много использовали. Внизу есть соковыжималка повышенной прочности, для работы которой требуются загрязняющие вещества, и маленькие соковыжималки здесь, для несчастных, кто пробовал шоколад и жвачки, но тестеры удивительны. Девушка может держать так много сока, она все еще будет синей. Я буду больше выжимать, чем депрессией, но это наименьшая из ее проблем. Спешите, все ждут в ореховой комнате, когда выжали из Вайолет весь сок. Чарли присоединился к остальным как раз вовремя к Томасу, к фантастической команде орехов Вонки. Загрязнители не могут достать грецкие орехи из скорлупы целым куском. Лихорадочно работая среди труп и побегов, питаемых гравитацией, ни Умпа-Лумпы не знают жуков Ванды. Никто не может каждый раз доставать целые грецкие орехи, кроме белок, которых мы лучше отличим хорошие орехи от плохих. Сейчас верука продается на многих грядках. Но у тебя не было его, девочки, а боже, дома есть 2 собаки и 4 кошки, 6 кроликов. И 3 канарейки, зеленый попугай и черепаха, и аквариум с золотыми рыбками. И глупый старый хомяк. Дайте мне белку, я хочу белку, они не продаются. Когда она решила взять одну и забрать домой, маленькая девочка, я бы не пропустил, экипажи были не в восторге, на самом деле они казались больше всего расстроенными, когда окунались в нее сверху. Тыкать не будут. Он в земле яростно стучит по ней крошечной костяшкой. Что они делают? Они проверяют, чтобы увидеть, плохая ли она. Интересно убедиться, что ты точно не хороший, не обескураживать этого. Куда они везут меня, куда все остальные плохие орехи отправляются? В мусоропровод. На этот раз Чарли знал, что мистер Вонка был хорош, что спросил его еще до того, как он это сказал, поэтому он сразу же отправился за жадной девушкой. Что от этого осталось, продолжил без него. Ах, мои белки, что они должны думать об этой избалованной девушке? Повезло ей, они пользуются мусоросжигателем только по вторникам. Подожди, что сегодня блестящие рабочие белки сортируют орехи. Как будто ничего и не было. Дела в мусоропроводе и в той своенравной девчонке, которая упала в него мусоросжигатель. Не дай ей уйти, Чарли, тебе придется уйти быстрее, чтобы пройти через эти двери и избежать любого дурно пахнущего мусора. Вы встретите гнилую капусту, подгоревшие тосты, и это правильно. Какие белки, некоторые из них, должно быть, убежали во всей этой суматохе. Посмотрите, что они сделали с моей шипучей подъемной машиной. Это все неправильно, вы должны помочь исправить это без шипения, это не будет большим подъемом. Отнесите этот ящик, полный белок, к отправке и получению и вернитесь. Это не дети, это белки, если это не белки. Это коробка Вонки, посмотрите, что вы можете делать, чтобы починить вещи здесь, но осторожно, это взрывающаяся кондитерская. когда Чарли догнал мистера Вонка снова в туре. Теперь остался только один обладатель золотых билетов, которого я остановил в испытательной комнате для его последнего и величайшего изобретения, телевизионного шоколада. Быстро наденьте их и не снимайте. Этот цвет может вас ослепить. Мистер Вонка изобрел способ продажи настоящего шоколада религиозному богу за крыльями холма, позволяя всем телезрителям брать его и есть прямо с экрана. Что это невозможно, и мощность, которая вам понадобится, будет подобна атомным машинам человека. Но даже когда изобретение Вонки доказало, что невозможно и на самом деле возможно, и оно работает точно так же практически со всеми видами шоколада, которых мне не хватило на зубы, разве вы не понимаете, что то, что вы изобрели, является самым важным изобретением в истории человечества мира? Это телепорт. Не спеши, я просто надеюсь, что ни одна часть его не останется позади. Иногда только половина маленьких кусочков находит свой путь через Аласа. Смотри экран, Чарли, закрадывается подозрение, что его услуги потребуются, когда... Это может плохо, не работай на полную мощность, он знает, где может появиться этот ужасный мальчишка. Ситком, 6-часовые новости, даже реклама кошачьего корма. Посмотри, что ты сможешь сделать, не так ли, мальчик? Усилия Чарли оказались успешными, и все с облегчением увидеть, как Майк Тиви появляется целым и невредимым. Он совершенно невредим, хотя и намного меньше, чем был раньше. А да, верно, и просто вернул меня в другую сторону, но другого пути нет. Это телевидение, а не телефон. Меню моего телевизора было так называется к задаче. Полный хостов, вызывающих рвоту. Между тем мистер Вонка был нужен для его тура по фабрике. Теперь еще многое предстоит увидеть. Сколько детей осталось? Только я, мистер Вонка. Отлично. Во-первых, давайте сначала проверим других наших гостей. Отчет. Чарли мог говорить, его увезли ко входу на фабрику, и вы надеетесь, что они что-то узнали сегодня? Пригласили 5 детей на эту фабрику. Но я догадывался, что это ты, Чарли, верно, с самого начала. Быстро. Теперь есть чем заняться, все это знал. Чарли снова очутился в лифте Большой Ос, где он заметил табличку в стекле, которую ты раньше не видел. Вверх и вниз. Что это за комната? Что ты можешь? Вы можете посмотреть сами, но есть еще некоторые ингредиенты, которые мне нужны. Что может означать только то, что приключения ребенка еще не закончились, но продолжайте освежать. Эй, видите, я внезапно понял, что это не может продолжаться вечно. Кто продолжит дело моей жизни? Теперь фабрика твоя, Чарли. Но я сказал тебе сверх того, что ты когда-либо мог себе представить. На самом деле ничего не было невозможно, как сказал дедушка Джек. И, как сказал Чарли, единственное волнение того дня было одно, в чем он был абсолютно уверен: жизнь никогда не была слаще, чем сейчас. Ты, только ты. подкасты лучше. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Это история обычного маленького мальчика по имени Чарли Бакет. Он не был быстрым, не сильным, не умным, чем другие дети, и хотя его семья была бедная, бедный Чарли был самым удачливым мальчиком в мире. Просто еще не знал об этом. В шоколадной фабрике Вилли Вонки никто не был. В течение многих лет с тех пор, как он закрыл ее и отправил нас всех домой. Дедушка Джо хотел бы, чтобы мы могли заглянуть внутрь, и хотел вместе со мной, но однажды пришло неожиданное объявление. Дорогие люди мира, я Вилли Вонка решил позволить 5 детям посетить мою фабрику. 5 золотых билетов были спрятаны под обертками 5 обычных батончиков Вонки, каждого из нашедших я проведу по фабрике лично. Кроме того, один из этих детей получит специальную цену, за пределами всего, что вы могли себе представить. Но у меня нет денег на шоколад, нет ничего невозможного, Чарли. Ничего, 1 золотой билет нашел прожорливый мальчик по имени Август. Глуп, я ем батончик Вонка, но он на вкус невкусный, что это же билет. 2 билет нашла девушка по имени Верукас. Когда увидела папу, сразу казалось, что хочет золотой билет. 3 билет нашел Уайлд Берген. Американец пришел к чемпиону победителем этого специального приза. А 4 золотой билет нашел невоспитанный гений по имени Майк Тиви. Я прикинул, где искать билет. Мечта Чарли исследовать фабрику Вонка быстро ускользала. На улице я нашел $10, вспомнил слова дедушки, что нет ничего невозможного, Чарли. Почти. В тот момент Чарли почувствовал себя богатым больше, чем то, что он чувствовал себя ужасно голодным. $10 было достаточно, чтобы накормить себя и всю семью в течение недели. Поэтому после тщательного размышления Чарли решил потратить всего $1 на себя. «Одну шоколадку, пожалуйста», – Чарли отодвинул обертку и откусил свой первый кусочек, затем, оттянув его, еще один укус был еще одним углом. И люди увидели, что что-то заблестело, и это же золотой билет, самый последний во всем мире. «Продай его мне», — сказал один человек, и Чарли считал его сумасшедшим. «Вы, счастливчик, нашедший этот золотой билет попадет на фабрику Вилли Вонка». Чарли принес билет домой, чтобы показать своей семье так быстро, как маленькие ноги могли нести его, и уже на следующий день дедушка Чарли Джо и другие владельцы билетов собираются возле ворот шоколадной фабрики. Каждый получил инструкции, и у всех большие планы на то, когда они проникнут внутрь. «Я хочу выиграть и получить шоколадную фабрику. Я собираюсь сделать все, чтобы моя семья стала богатой и счастливой». «Я думаю, мистер Вонка узнал тебя, дедушка. Трудно сказать, прошли годы с тех пор, как я работал, и точно в назначенное время ворота открываются, и нас встречает сам Вилли Вонка». «Дорогие посетители, я очень рад приветствовать вас на моем скромном заводе. Теперь не нужно мешкать, слишком много всего можно увидеть за небольшое время. Тур начался, и мы попадем к самому сердцу фабрики Вонка. Какая красивая шоколадная комната, более того, все это съедобно. И это было для каждого, все вокруг было сделано из конфет. Вплоть до зеленой травы на берегу его шоколадной реки. Я в раю, держу пари, я хочу шоколадное кольцо. Я хочу, чтобы Тим был последним на берегу реки. Каждая капля этой реки — горячий расплавленный шоколад высочайшего качества, водопад. Важнее всего, ни одна другая фабрика в мире не смешивает свой шоколад водопадом». Хорошо, Август Глуп был полон решимости выпить свое молоко всего за один глоток. Но даже этого оказалось слишком мало для Августуса. «Пожалуйста, мальчик, пожалуйста. Мой шоколад должен быть не тронут человеческими руками. Иди сейчас, чтобы собрать шоколад». Прожорливый мальчик потерял равновесие и упал в воду, и через несколько мгновений он был втянут в огромную шоколадную воронку. Он застрял, он не настолько большой, я бы сказал. Он не очень хороший пловец. Мы должны продолжать, так много всего нужно увидеть за слишком короткое время, чтобы его обманули. Даже если в конце концов он выйдет, давление попадет на него, вы знаете. И все же, если Август Уилфрид, река могла бы очиститься быстрее, чем он вылезет». Другие дети не проявили интереса помочь Августу. Один собирает задание: «Чарли, тогда занимайся своей работой и присоединяйся к туру, когда сможешь. Я смогу связаться с тобой в любой момент». Хотя, так что не удивлюсь, увидев, что Чарли согласился. Но что касается того, как помочь Августу, и то, что Чарли собирался найти, у него будет больше помощи, чем ожидалось. «Я думаю, лумпы помогут вам удалить этого жадного мальчика из моего шоколада». «Быстро теперь». Как может один большой ребенок создать столько проблем? «Я никогда не доставлял проблем. Когда я был ребенком, я ждал, пока я не стал взрослым. Посмотри, что он делает с моими мармеладками, его увядающим бриллиантом и моими мармеладками. Шоколад возвращается к жизни, но к настоящему времени еще не исчезла закупорка. Вероятно, достигла комнаты Регал Свитс. Больно, не знаю, какой ущерб мог быть. Поскольку Чарли работал в этой группе, чтобы помогать другим. Моя команда давала мистеру Вонка полное преимущество автоматизации. Это была моя фабрика, я бы зажег маленькие трубы и модернизировал бы этих хромых роботов. А мистер Вонка, со своей стороны, не собирался менять вещи, которая всегда бормотала с бормотанием, но все элементы его фабрики работали вместе в гармонии. И именно так, как он имел в виду Эндрю. Пока Майк не взял дело в свои руки, поэтому уверенный в своем превосходном интеллекте, Майк решил обновить сам Вонка Ботс, но это были обычные часы, которые они захотят о проверенных, как будто что-то вроде крошки когда-либо вмешивалось. И почему за пределами даже его значительного интеллекта. Поэтому, когда Пэмприн вернулся, Мэй не сказал ни ничего. Вместо этого вы притворились, что ничего не произошло, все продолжайте двигаться, пожалуйста, не мешкайте. Но что-то случилось, и для Чарли и Умпа-Лумпов ситуация должна была стать намного хуже. Только не теперь, когда этот баварский хулиган поддерживает весь конфетный поток. Полный ребенок, я не могу допустить, чтобы он все испортил. Посмотрите, можете ли вы с дядей что-нибудь с этим сделать? Теперь все работает намного лучше, за исключением тех горшков в немного раздраженном. Не смотрите сюда, корни вашего труда извиваются, конфеты довольно вкусные и больше шумят. Моя шоколадная река, она полностью высохла, что пухлый мальчик сделал. Он прошел полный круг, и теперь он заткнул шоколадный водопад. Это неприемлемо. Да он торчит из труб, нет, он снова в реке. Это классно. Какие белки, некоторые из них, должно быть, убежали во всей этой суматохе. Посмотрите, что они сделали с моей шипучей подъемной машиной. Это все неправильно, вы должны помочь исправить это без шипения, это не будет большим подъемом. Отнесите этот ящик, полный белок, к отправке и получению и вернитесь. Это не дети, это белки, если это не белки. Это коробка Вонки, посмотрите, что вы можете делать, чтобы починить вещи здесь, но осторожно, это взрывающаяся кондитерская. Когда Чарли догнал мистера Вонка снова в туре. Теперь остался только один обладатель золотых билетов, которого я остановил в испытательной комнате для его последнего и величайшего изобретения, телевизионного шоколада, быстро наденьте их и не снимайте. Этот цвет может вас ослепить, мистер. Вонка изобрел способ продажи настоящего шоколада религиозному богу за крыльями холма, позволяя всем телезрителям брать его и есть прямо с экрана. Что это невозможно, и мощность, которая вам понадобится, будет подобна атомным машинам человека. Но даже когда изобретение Вонки доказало, что невозможно и на самом деле возможно, и оно работает точно так же практически со всеми видами шоколада, которых мне не хватило на зубы, разве вы не понимаете, что то, что вы изобрели, является самым важным изобретением в истории человечества мира? Это телепорт. Не спеши, я просто надеюсь, что ни одна часть его не останется позади. Иногда только половина маленьких кусочков находит свой путь через Аласа. Смотри экран, Чарли, закрадывается подозрение, что его услуги потребуются, когда... Это может плохо, не работай на полную мощность, он знает, где может появиться этот ужасный мальчишка. Ситком, 6-часовые новости, даже реклама кошачьего корма, посмотри, что ты сможешь сделать, не так ли, мальчик? Усилия Чарли оказались успешными, и все с облегчением увидеть, как Майк Тиви появляется целым и невредимым. Он совершенно невредим, хотя и намного меньше, чем был раньше. А да, верно, и просто вернул меня в другую сторону, но другого пути нет. Это телевидение, а не телефон. Меню моего телевизора было так называется к задаче. Полный хостов, вызывающих рвоту. Между тем мистер Вонка был нужен для его тура по фабрике. Теперь еще многое предстоит увидеть, сколько детей осталось. Только я, мистер Вонка. Отлично, во-первых... Давайте сначала проверим других наших гостей. Отчет. Чарли мог говорить, его увезли ко входу на фабрику, и вы надеетесь, что они что-то узнали сегодня? Пригласили 5 детей на эту фабрику. Но я догадывался, что это ты, Чарли, верно, с самого начала. Быстро. Теперь есть чем заняться. Все это знал. Чарли снова очутился в лифте Большой Ос, где он заметил табличку в стекле, которую ты раньше не видел, вверх и вниз. Что это за комната? Что ты можешь? Вы можете посмотреть сами, но есть еще некоторые ингредиенты, которые мне нужны. Что может означать только то, что приключения ребенка еще не закончились, но продолжайте освежать. Эй, видите, я внезапно понял, что это не может продолжаться вечно. Кто продолжит дело моей жизни? Теперь фабрика твоя, Чарли. Но я сказал тебе сверх того, что ты когда-либо мог себе представить. На самом деле ничего не было невозможно, как сказал дедушка Джек. И, как сказал Чарли, единственное волнение того дня было одно, в чем он был абсолютно уверен: жизнь никогда не была слаще, чем сейчас. Ты, только ты. ты лучше. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Это история обычного маленького мальчика по имени Чарли Бакет. Он не был быстрым, не сильным, не умным, чем другие дети, и хотя его семья была бедная, бедный Чарли был самым удачливым мальчиком в мире. Просто еще не знал об этом. В шоколадной фабрике Вилли Вонки никто не был. В течение многих лет с тех пор, как он закрыл ее и отправил нас всех домой. Дедушка Джо хотел бы, чтобы мы могли заглянуть внутрь, и хотел вместе со мной, но однажды пришло неожиданное объявление. Дорогие люди мира, я Вилли Вонка решил позволить 5 детям посетить мою фабрику. 5 золотых билетов были спрятаны под обертками 5 обычных батончиков Вонки, каждого из нашедших я проведу по фабрике лично. Кроме того, один из этих детей получит специальную цену, за пределами всего, что вы могли себе представить. Но у меня нет денег на шоколад, нет ничего невозможного, Чарли. Ничего. 1 золотой билет нашел прожорливый мальчик по имени Август Глуп. Я ем батончик Вонка, но он на вкус невкусный, что это же билет. 2 билет нашла девушка по имени Верукас. Когда увидела папу, сразу казалось, что хочет золотой билет. 3 билет нашел Уайлд Берген. Американец пришел к чемпиону победителем этого специального приза. А 4 золотой билет нашел невоспитанный гений по имени Майк Тиви. Я прикинул, где искать билет. Мечта Чарли исследовать фабрику Вонка быстро ускользала. На улице я нашел $10, вспомнил слова дедушки, что нет ничего невозможного, Чарли. Почти. В тот момент Чарли почувствовал себя богатым больше, чем то, что он чувствовал себя ужасно голодным. $10 было достаточно, чтобы накормить себя и всю семью в течение недели. Поэтому после тщательного размышления Чарли решил потратить всего $1 на себя. «Одну шоколадку, пожалуйста», – Чарли отодвинул обертку и откусил свой первый кусочек, затем, оттянув его, еще один укус был еще одним углом. И люди увидели, что что-то заблестело, это же золотой билет, самый последний во всем мире. «Продай его мне», — сказал один человек, и Чарли считал его сумасшедшим. «Вы, счастливчик, нашедший этот золотой билет попадет на фабрику Вилли Вонка». Чарли принес билет домой, чтобы показать своей семье так быстро, как маленькие ноги могли нести его, и уже на следующий день дедушка Чарли Джо и другие владельцы билетов собираются возле ворот шоколадной фабрики. Каждый получил инструкции, и у всех большие планы на то, когда они проникнут внутрь. «Я хочу выиграть и получить шоколадную фабрику. Я собираюсь сделать все, чтобы моя семья стала богатой и счастливой». «Я думаю, мистер Вонка узнал тебя, дедушка. Трудно сказать, прошли годы с тех пор, как я работал, и точно в назначенное время ворота открываются, и нас встречает сам Вилли Вонка». «Дорогие посетители, я очень рад приветствовать вас на моем скромном заводе. Теперь не нужно мешкать, слишком много всего можно увидеть за небольшое время. Тур начался, и мы попадем к самому сердцу фабрики Вонка. Какая красивая шоколадная комната, более того, все это съедобно. И это было для каждого, все вокруг было сделано из конфет. Вплоть до зеленой травы на берегу его шоколадной реки. Я в раю, держу пари, я хочу шоколадное кольцо. Я хочу, чтобы Тим был последним на берегу реки. Каждая капля этой реки горячая, расплавленный шоколад высочайшего качества, водопад. Важнее всего, ни одна другая фабрика в мире не смешивает свой шоколад водопадом». Хорошо, Август Глуп был полон решимости выпить свое молоко всего за один глоток. Но даже этого оказалось слишком мало для Августуса. «Пожалуйста, мальчик, пожалуйста. Мой шоколад должен быть не тронут человеческими руками. Иди сейчас, чтобы собрать шоколад». Прожорливый мальчик потерял равновесие и упал в воду, и через несколько мгновений он был втянут в огромную шоколадную воронку. Он застрял, он не настолько большой, я бы сказал, он не очень хороший пловец. Мы должны продолжать, так много всего нужно увидеть за слишком короткое время, чтобы его обманули. Даже если в конце концов он выйдет, давление попадет на него, вы знаете. И все же, если Август Уилфрид, река могла бы очиститься быстрее, чем он вылезет». Другие дети не проявили интереса помочь Августу. Один собирает задание: «Чарли, тогда занимайся своей работой. И присоединяйся к туру, когда сможешь. Я смогу связаться с тобой в любой момент». Хотя, так что не удивлюсь, увидев, что Чарли согласился. Но что касается того, как помочь Августу, и то, что Чарли собирался найти, у него будет больше помощи, чем ожидалось. «Я думаю, лумпы помогут вам удалить этого жадного мальчика из моего шоколада». «Быстро теперь». Как может один большой ребенок создать столько проблем? «Я никогда не доставлял проблем. Когда я был ребенком, я ждал, пока я не стал взрослым. Посмотри, что он делает с моими мармеладками, его увядающим бриллиантом и моими мармеладками. Шоколад возвращается к жизни, но к настоящему времени еще не исчезла закупорка. Вероятно, достигла комнаты Реглсвитс. Больно, не знаю, какой ущерб мог быть. Поскольку Чарли работал в этой группе, чтобы помогать другим. Моя команда давала мистеру Вонка полное преимущество автоматизации. Это была моя фабрика, я бы зажег маленькие трубы и модернизировал бы этих хромых роботов. А мистер Вонка, со своей стороны, не собирался менять вещи, которая всегда бормотала с бормотанием, но все элементы его фабрики работали вместе в гармонии. Именно так, как он имел в виду Эндрю. Пока Майк не взял дело в свои руки, поэтому уверенный в своем превосходном интеллекте, Майк решил обновить сам Вонка Ботс, но это были обычные часы, которые они захотят, о проверенных, как будто что-то вроде крошки когда-либо вмешивалось. И почему за пределами даже его значительного интеллекта. Поэтому, когда Пэмприн вернулся, Мэй не сказал мне ничего. Вместо этого вы притворились, что ничего не произошло, все продолжайте двигаться, пожалуйста, не мешкайте. Но что-то случилось, и для Чарли и Умпа-Лумпов ситуация должна была стать намного хуже. Только не теперь, когда этот баварский хулиган поддерживает весь конфетный поток. Полный ребенок, я не могу допустить, чтобы он все испортил. Посмотрите, можете ли вы с дядей что-нибудь с этим сделать? Теперь все работает намного лучше, за исключением тех горшков в немного раздраженном. Не смотрите сюда, корни вашего труда извиваются, конфеты довольно вкусные и больше шумят. Моя шоколадная река, она полностью высохла, что пухлый мальчик сделал. Он прошел полный круг, и теперь он заткнул шоколадный водопад. Это неприемлемо. Да он торчит из труб, нет, он снова в реке. Это кладовая 59, где я храню некоторые из моих изобретений. Из комнаты изобретательства, где у меня нет места, чтобы не стесняться попробовать свои силы в работе с некоторыми машинами самостоятельно. Вы. Спасли группу Августа из шоколадной реки, которая, наконец, догнала мистера Вонка и остальные дети, которых Чарли застал перед странной дилеммой. Я бы предпочел, чтобы вы этого не делали. Вайолет попробовала одно из его новых изобретений. Жвачку, там был целый ужин из 3 блюд. Сам по себе это восхитительный томатный суп, я чувствую, как он течет по моему горлу, это меняющийся ростбиф, запеченный картофель с хрустящей кожурой и масло. Я попробовал это на Хупа-Лумпес, и это не очень. Когда вы подходите к десертному черничному пирогу, она попробовала пирог и раздулась. Ах, посмотрите на нее, я не хочу кусок этой конфеты, больше не хочу. И поэтому никаких признаков остановки, я не чувствую себя так хорошо, видя, что Чарли вернулся после спасения Августа Глупа. Вонка ничего не подумал о том, чтобы попросить его об очередной услуге, мы должны немедленно выжать из нее сок. Ее в соковыжималку, не волнуйтесь, у нас было много практики с этим. где она могла бы быть, Вайолет всегда будет черничная. Может быть, я не знаю, но это то, что вы получаете от жевания жвачки в течение всего дня. Это просто отвратительно, что девушку нужно отвезти в соковыжималку. Прежде чем она сможет нанести еще какой-либо ущерб моей Оклахоме, и должна быть в состоянии воссоединиться с группой в кратчайшие сроки. Комната для соковыжималки, которую в последнее время много использовали, внизу есть соковыжималка повышенной прочности, для работы которой требуются загрязняющие вещества, и маленькие соковыжималки здесь, для несчастных, кто пробовал шоколад и жвачки, но тестеры удивительны. Девушка может держать так много сока, она все еще будет синей, я буду больше выжимать, чем депрессией, но это наименьшая из ее проблем. Спешите. Все ждут в ореховой комнате, когда выжали из Вайолет весь сок. Чарли присоединился к остальным как раз вовремя к Томасу к фантастической команде орехов Вонки. Загрязнители не могут достать грецкие орехи из скорлупы целым куском. Лихорадочно работая среди труп и побегов, питаемых гравитацией, ни Умпа-Лумпы не знают жуков Ванды. Никто не может каждый раз доставать целые грецкие орехи, кроме белок, которых мы лучше отличим хорошие орехи от плохих. Сейчас Верука продается на многих грядках. Но у тебя не было его, девочки, а боже, дома есть 2 собаки и 4 кошки, 6 кроликов. И 3 канарейки, зеленый попугай и черепаха, и аквариум с золотыми рыбками. И глупый старый хомяк. Дайте мне белку, я хочу белку, они не продаются. Когда она решила взять одну и забрать домой, маленькая девочка, я бы не пропустил, экипажи были не в восторге, на самом деле они казались больше всего расстроенными. Когда окунались в нее сверху, тыкать не будут. Он в земле яростно стучит по ней крошечной костяшкой. Что они делают? Они проверяют, чтобы увидеть, плохая ли она. Интересно убедиться, что ты точно не хороший, не обескураживать этого. Куда они везут меня, куда все остальные плохие орехи отправляются? В мусоропровод. На этот раз Чарли знал, что мистер Вонка был хорош, что спросил его еще до того, как он это сказал, поэтому он сразу же отправился за жадной девушкой. Что от этого осталось, продолжил без него. Ах, мои белки, что они должны думать об этой избалованной девушке? Повезло ей, они пользуются мусоросжигателем только по вторникам. Подожди, что сегодня блестящие рабочие белки сортируют орехи. Как будто ничего и не было. Дела в мусоропроводе и в той своенравной девчонке, которая упала в него мусоросжигатель. Не дай ей уйти, Чарли, тебе придется уйти быстрее, чтобы пройти через эти двери, и избежать любого дурно пахнущего мусора. Вы встретите гнилую капусту, подгоревшие тосты, и это правильно. Это история обычного маленького мальчика по имени Чарли Бакет. Он не был быстрым, не сильным, не умным, чем другие дети, и хотя его семья была бедная, бедный Чарли был самым удачливым мальчиком в мире. Просто еще не знал об этом. В шоколадной фабрике Вилли Вонки никто не был. В течение многих лет с тех пор, как он закрыл ее и отправил нас всех домой. Дедушка Джо хотел бы, чтобы мы могли заглянуть внутрь, и хотел вместе со мной, но однажды пришло неожиданное объявление. Дорогие люди мира, я, Вилли Вонка, решил позволить 5 детям посетить мою фабрику. 5 золотых билетов были спрятаны под обертками 5 обычных батончиков Вонки, каждого из нашедших я проведу по фабрике лично. Кроме того, один из этих детей получит специальную цену, за пределами всего, что вы могли себе представить. Но у меня нет денег на шоколад, нет ничего невозможного, Чарли. Ничего, 1 золотой билет нашел прожорливый мальчик по имени Август. Глуп, я ем батончик Вонка, но он на вкус невкусный, что это же билет. 2 билет нашла девушка по имени Верукас, когда увидела папу, сразу казалось, что хочет золотой билет. 3 билет нашел Уайлд Берген, американец пришел к чемпиону победителем этого специального приза. А 4 золотой билет нашел невоспитанный гений по имени Майк Тиви. Я прикинул, где искать билет. Мечта Чарли исследовать фабрику Вонка быстро ускользала. На улице я нашел $10, вспомнил слова дедушки, что нет ничего невозможного, Чарли. Почти. В тот момент Чарли почувствовал себя богатым больше, чем то, что он чувствовал себя ужасно голодным. $10 было достаточно, чтобы накормить себя и всю семью в течение недели. Поэтому после тщательного размышления Чарли решил потратить всего $1 на себя. Одну шоколадку, пожалуйста, Чарли отодвинул обертку и откусил свой первый кусочек, затем, оттянув его, еще один укус был еще одним углом. И люди увидели, что что-то заблестело, это же золотой билет, самый последний во всем мире. «Продай его мне», — сказал один человек, и Чарли считал его сумасшедшим. «Вы, счастливчик, нашедший этот золотой билет попадет на фабрику Вилли Вонка». Чарли принес билет домой, чтобы показать своей семье так быстро, как маленькие ноги могли нести его, и уже на следующий день дедушка Чарли Джо и другие владельцы билетов собираются возле ворот шоколадной фабрики. Каждый получил инструкции, и у всех большие планы на то, когда они проникнут внутрь. «Я хочу выиграть и получить шоколадную фабрику. Я собираюсь сделать все, чтобы моя семья стала богатой и счастливой». «Я думаю, мистер Вонка узнал тебя, дедушка. Трудно сказать, прошли годы с тех пор, как я работал, и точно в назначенное время ворота открываются, и нас встречает сам Вилли Вонка». «Дорогие посетители, я очень рад приветствовать вас на моем скромном заводе. Теперь не нужно мешкать, слишком много всего можно увидеть за небольшое время. Тур начался, и мы попадем к самому сердцу фабрики Вонка. Какая красивая шоколадная комната, более того, все это съедобно. И это было для каждого, все вокруг было сделано из конфет. Вплоть до зеленой травы на берегу его шоколадной реки. Я в раю, держу пари, я хочу шоколадное кольцо. Я хочу, чтобы Тим был последним на берегу реки. Каждая капля этой реки — горячий расплавленный шоколад высочайшего качества, водопад. Важнее всего, ни одна другая фабрика в мире не смешивает свой шоколад водопадом. Хорошо, Август Глуп был полон решимости выпить свое молоко всего за один глоток. Но даже этого оказалось слишком мало для Августуса. Пожалуйста, мальчик, пожалуйста. Мой шоколад должен быть не тронут человеческими руками. Иди сейчас, чтобы собрать шоколад. Прожорливый мальчик потерял равновесие и упал в воду, и через несколько мгновений он был втянут в огромную шоколадную воронку. Он застрял. Он не настолько большой, я бы сказал. Он не очень хороший пловец. Мы должны продолжать. Так много всего нужно увидеть за слишком короткое время, чтобы его обманули. Даже если в конце концов он выйдет, давление попадет на него, вы знаете. И все же, если Август Уилфрид, река могла бы очиститься быстрее, чем он вылезет. Другие дети не проявили интереса помочь Августу. Один собирает задание, Чарли, тогда занимайся своей работой. И присоединяйся к туру, когда сможешь. Я смогу связаться с тобой в любой момент. Хотя, так что не удивлюсь, увидев, что Чарли согласился. Но что касается того, как помочь Августу, и то, что Чарли собирался найти, у него будет больше помощи, чем ожидалось. Я думаю, лумпы помогут вам удалить этого жадного мальчика из моего шоколада. Быстро теперь. Как может один большой ребенок создать столько проблем? Я никогда не доставлял проблем. Когда я был ребенком, я ждал, пока я не стал взрослым. Посмотри, что он делает с моими мармеладками, его увядающим бриллиантом и моими мармеладками. Шоколад возвращается к жизни, но к настоящему времени еще не исчезла закупорка. Вероятно, достигла комнаты Регал Свитс. Больно, не знаю. Какой ущерб мог быть? Поскольку Чарли работал в этой группе, чтобы помогать другим. Моя команда давала мистеру Вонка полное преимущество автоматизации. Это была моя фабрика, я бы зажег маленькие трубы и модернизировал бы этих хромых роботов. А мистер Вонка, со своей стороны, не собирался менять вещи, которая всегда бормотала с бормотанием, но все элементы его фабрики работали вместе в гармонии. И именно так, как он имел в виду Эндрю. Пока Майк не взял дело в свои руки, поэтому уверенный в своем превосходном интеллекте, Майк решил обновить сам Вонка Ботс, но это были обычные часы, которые они захотят о проверенных, как будто что-то вроде крошки когда-либо вмешивалось. И почему за пределами даже его значительного интеллекта? Поэтому, когда Пэмприн вернулся, Мэй не сказал ни ничего. Вместо этого вы притворились, что ничего не произошло. Все продолжайте двигаться, пожалуйста, не мешкайте. Но что-то случилось, и для Чарли и Умпа-Лумпов ситуация должна была стать намного хуже. Только не теперь, когда этот баварский хулиган поддерживает весь конфетный поток. Полный ребенок, я не могу допустить, чтобы он все испортил. Посмотрите, можете ли вы с дядей что-нибудь с этим сделать? Теперь все работает намного лучше, за исключением тех горшков в немного раздраженном. Не смотрите сюда, корни вашего труда извиваются, конфеты довольно вкусные и больше шумят. Моя шоколадная река, она полностью высохла, что пухлый мальчик сделал. Он прошел полный круг, и теперь он заткнул шоколадный водопад. Это неприемлемо. Да он торчит из труб, нет, он снова в реке. Это кладовая 59, где я храню некоторые из моих изобретений. Из комнаты изобретательства, где у меня нет места, чтобы не стесняться попробовать свои силы в работе с некоторыми машинами самостоятельно. Вы. Спасли группу Августа из шоколадной реки, которая, наконец, догнала мистера Вонка и остальные дети, которых Чарли застал перед странной дилеммой. Я бы предпочел, чтобы вы этого не делали. Вайолет попробовала одно из его новых изобретений. Жвачку, там был целый ужин из 3 блюд. Сам по себе это восхитительный томатный суп, я чувствую, как он течет по моему горлу, это меняющийся ростбиф, запеченный картофель с хрустящей кожурой масло. Я попробовал это на Хупа-Лумпас, и это не очень. Когда вы подходите к десертному черничному пирогу, она попробовала пирог, и раздулась. Ах, посмотрите на нее, я не хочу кусок этой конфеты, больше не хочу. И поэтому никаких признаков остановки, я не чувствую себя так хорошо, видя, что Чарли вернулся после спасения Августа Глупа. Вонка ничего не подумал о том, чтобы попросить его об очередной услуге, мы должны немедленно выжать из нее сок. Ее в соковыжималку, не волнуйтесь, у нас было много практики с этим. Где она могла бы быть, Вайлет всегда будет черничная. Может быть, я не знаю, но это то, что вы получаете от жевания жвачки в течение всего дня. Это просто отвратительно, что девушку нужно отвезти в соковыжималку. Прежде чем она сможет нанести еще какой-либо ущерб моей Оклахоме, и должна быть в состоянии воссоединиться с группой в кратчайшие сроки. Комната для соковыжималки, которую в последнее время много использовали, внизу есть соковыжималка повышенной прочности, для работы которой требуется.